Итак, как вы уже поняли, нас ожидает очень горячее лето, нас ожидают нереально крутые результаты, потому что мы вместе с вами будем рекрутировать все лето в формате «Лето Лайф». Это принесет колоссальное количество рекрутов. И, конечно, мы не могли вас оставить без подарков по рекрутинговой кампании, без подарков для спонсоров. И вы уже видите эту невероятную коллекцию здесь. И сегодня специально, у нас специально приглашенный гость, тренер по продукции Надежда. Виктор, привет! Я с удовольствием расскажу об этой коллекции, об этой продукции, о ее преимуществах, отличительных особенностях. Но прежде хочу послушать тебя, что ты нам расскажешь, а потом... Давай, я расскажу тебе, как получить эту коллекцию, а ты мне расскажешь, чем эта коллекция уникальна. Да. Хотя уже вот с первого взгляда, я думаю, вы уже видите, что нереально стильная, нежная коллекция мятного такого цвета, но об этом нам подробнее расскажет Надежда, а я расскажу, что же нужно сделать для того, чтобы получить эту коллекцию для спонсоров. Итак, рекрутинговая кампания пройдет у нас со 2 июня по 3 августа, то есть фактически 2 месяца или 3 каталога. Это огромная часть лета, в рамках которой мы будем рекрутировать и получать вот такие классные подарки. Ну, в рекрутинговой кампании что нужно делать? Конечно, приглашать в Oriflame. На что мы приглашаем в Oriflame? У нас огромное количество всяких приятных плюшек и бонусов, но самое главное, с чего мы начинаем приглашать в Oriflame, это, конечно, мы приглашаем на продукцию, на дополнительный доход, на возможность путешествовать, на возможность строить собственный бизнес, на возможность финансовой независимости и так далее, и так далее. То есть все те самые шведские возможности, огромное количество которых предлагает компания Oriflame. И потом уже бонус. Виктор, иными словами, на возможность изменить свою жизнь. Абсолютно, абсолютно. На возможность изменить свою жизнь, привнести в нее что-то новое. И потом уже, после того, как вы рассказали новичку либо обо всех возможностях, либо о какой-то конкретной возможности, вы уже можете сказать, что для новичка действует еще уникальная возможность принять участие в стартовой программе. Каждый новичок может пройти стартовую программу 4 шага. Если ты опытный спонсор, ты уже все знаешь. Если ты только начинаешь рекрутировать и приглашать, то детали можно посмотреть на сайте oriflame.ru. Там все есть. Все просто. Да. Это первая дополнительная такая бонусная возможность для новичков. Вторая бонусная возможность. Если новичок, ну, во-первых, новичок, когда пришел, чтобы помочь ему пройти этот самый первый шаг, нужно дать ему возможность сразу же сделать заказ. Не думать там 3 каталога или 3 недели, а сделать сразу же. Так вот, для того, чтобы у новичка был дополнительный стимул, дополнительная мотивация сразу же разместить этот заказ, есть второй бонус для новичков. Если в течение 3 дней после регистрации новичок разместит заказ, то, собственно, сама регистрация для него бесплатна. Это возможность сэкономить 149 рублей. Итак. Почему нет, да? Мне кажется, нужно брать все возможности, которые дает компания. Совершенно. Поэтому... приглашаем, рассказываем о стартовой программе, рассказываем о возможности бесплатной регистрации. И если ты как спонсор пригласил 2 новичков и помог им пройти шаг 1, тогда ты получаешь вот такую нереально крутую сумку. Это первая сумка из коллекции. Если ты как спонсор в рамках вот этих 2 месяцев пригласил 4 новичков, то получаешь вот такую вот сумку для путешествий. И если ты как спонсор пригласил 6 новичков, то ты получаешь еще в дополнение к ней вот такую стильную дорожную сумку. Витя, а сколько нужно пригласить, чтобы получить такой чемодан? О, Надя, очень хороший вопрос, потому что для того, чтобы получить вот такой чемодан, нужно тоже 6 новичков. Всего лишь. Да, но ты меня спросишь тогда, в чем прикол? Здесь 6 новичков, там 6 новичков. Так вот. Я абсолютно уверен в том, что вы пригласите большое количество людей в рамках лета и в формате «Лето Лайф». Огромный поток будет рекрутов. И наша с вами задача работать не только над количеством, но также сфокусироваться на качестве. Поэтому этот чемодан для путешествий можно будет получить, если ты пригласишь 6 новичков и поможешь им пройти все 4 шага стартовой программы. То есть при этом ты их поддерживаешь, да, и чтобы... Абсолютно. Рассказываешь, как разместить, как помочь каждый каталог размещать заказ на 100 баллов бонусов. В этом и есть суть, задача спонсора. Я считаю, что вообще нужно ставить цель каждого новичка провести по этим 4 шагам. Потому что, ну, во-первых, для тебя, как для спонсора, это уже гарантированно лояльный клиент или будущий бизнес-партнер. А для новичка это возможность за вот эти 4 шага, собственно, попробовать продукцию компании и потом получить максимальную выгоду из стартовой программы. Поэтому каждого новичка имеет смысл нацеливать на 4 шага. Тогда вот те самые возможности, о которых мы говорим, будут взяты новичками и спонсорами на полную. В то же время есть один маленький нюанс.
Мы отлично знаем, что не все новички, которые приходят, сразу размещают заказы, не все новички проходят стартовую программу. Поэтому, если ты хочешь всю коллекцию, то очень простое сообщение. Нацеливайся на то, чтобы привести не 6 новичков, а 12 сразу же. Тогда точно 6 из них у тебя пройдут либо первый шаг, либо, если ты хорошо сфокусируешься на работе, плотной работе с ними, они пройдут все 4 шага, и ты как спонсор получишь вот всю эту коллекцию. Ну, как тебе? Я считаю, это очень потрясающе, и не воспользоваться такой возможностью, ну, я не знаю как, потому что действительно получить такую коллекцию, заиметь себе все эти сумки и быть на стиле в этом сезоне, мне кажется, это очень здорово. Тем более, что условия очень простые, и их нужно просто брать и делать. Да, и я тебя дополню, не воспользоваться этой возможностью, это значит упустить ее. А вот лето – это не то время, когда нужно упускать возможности. Это время, когда нужно топить на полную, потому что, когда все расслабляются и отдыхают, твоя задача как раз взять те возможности, которые остальные упускают. Но это еще не все. Что еще есть? Есть еще у нас подарки в рамках рекрутинговой кампании. Есть еще один приятный такой сюрприз – это сертификат от Coral Travel на 150 тысяч рублей. Да? Можешь себе представить? Серьезно? Поэтому коллекция для путешествия, она, собственно, где должна быть? Она должна быть в путешествии. Логично. Так вот, чтобы ты не заморачивался, на какие деньги ехать в это самое путешествие, если вдруг ты пропустил одну из наших конференций и не едешь в путешествие на конференцию, то ты можешь поехать самостоятельно на 150 тысяч рублей. Мне кажется, вообще неплохой это, бонус. Это идеально, да? Да, поехать в путешествие с этой коллекцией, получить весь кайф от жизни и, не знаю, строить бизнес такой крутой компании, как Reflame. А самое главное – это визуализация. Вот если бы я нацелился на эту коллекцию, я, к сожалению, как сотрудник не могу, не имею возможности, не имею права принимать участие в компании и получить эту коллекцию. Но вот если бы я эту коллекцию хотел, я бы визуализировал себе картинку, как я еду в путешествие вот с таким нереально стильным чемоданом, вот с такой нереально крутой сумкой для путешествия и вот такой, с нереально крутой вот такой вот сумкой дорожной. Так что, ребятки, визуализируйте, ставьте себе цель, и это еще не все. А что еще? Этим летом, кроме того, что важно приглашать для того, чтобы прокачать свой бизнес, еще важно, конечно же, работать с существующей структурой. Поэтому задача, кроме этого, поддерживать активность и свою собственную, и активность своих людей. Поэтому у нас еще будут очень крутые предложения в формате акции активности. Здорово. И у нас есть нереально крутые подарки. Также три каталога, 8, 9, 10, то есть 2 месяца. Если в 8 каталоге ты разместишь заказ на 60 баллов бонусов и более, то ты получишь возможность дополнить вот эту коллекцию вот таким нереально крутым и стильным кошельком за 199 рублей. А если ты и в 9 каталоге разместишь заказ на 60 и более баллов бонусов, то кроме этого ты сможешь получить возможность вот такой клатч стильный за 499 рублей приобрести. И только представь себе, как вот эта невероятно красивая, стильная коллекция нежно-мятного цвета, как она будет смотреться в сочетании с твоим путешествием на 150 тысяч рублей. Отлично. И я хочу подметить, ты очень верно сказал, что я себе хочу такую коллекцию. Да, это не только для женщин. Например, эта сумка будет очень стильно смотреться и как мужской аксессуар. Ну вот я не зря на нее глаз-то положил, понимаешь, я же чувствую, что эта сумка мне пойдет. Согласна. Так что увидимся с вами в путешествиях, на конференциях и в аэропортах. Будем узнавать друг друга по вот этой стильной коллекции для путешествий. Ну, Надя, расскажи все-таки. С первого взгляда видно, что коллекция нереально крутая. Расскажи, чем же еще она так хороша и уникальна? Я с удовольствием ведь тебе расскажу, потому что действительно, как ты подметил, это очень стильная коллекция, выполнена в стильном цвете. И давай я поподробнее сейчас как раз на цвете и остановлюсь. Почему? Потому что ежегодно Всемирный институт цвета диктует актуальные оттенки каждый сезон. И тенденции весна-лето в 2019 году состоят из разных оттенков. Но один из которых – это как раз наш цвет, приглушенный, мятный. Он всегда в моде, он всегда на пике популярности, он стильный, лаконичный, при этом такой пикантный, не вызывающий. Мятный цвет прекрасно сбалансирует абсолютно любой образ или наоборот при необходимости его разбавить.
Ты знаешь, я бы это сравнила такой, словно глоток прохлады в знойную жару или брызги фонтана в яркий солнечный день. Это я про цвет сейчас говорю. Я бы сказал, прохладное мохито в огромном бокале со льдом на горячем пляже. Вот на том самом путешествии, да? О, ты точно подметил. Его можно легко вписывать в офисный гардероб, например, или в какой-то вечерний образ. Если вы носите одежду в стиле casual, тоже идеально впишется. Такой цвет можно смело назвать аристократичным. Да. Почему? Потому что он достаточно сдержанный, не кричащий, он элегантный. И сочетайте его на самом деле с холодными, с теплыми тонами. Вот увидите, такой аксессуар в таком цвете не оставит без внимания даже самых избалованных модниц или модников. Такой универсальный цвет получается. Абсолютно верно, универсальный цвет. Для девушек это универсальная коллекция, ну и мужчин мы не обошли стороной, не обделили внимания. Я тоже знаю, что это всегда проблема именно с цветом аксессуаров, потому что думаешь, к какой одежде подобрать, и тогда девушки постоянно мучаются, что взять с собой. А этот универсальный цвет, ты говоришь, что он в целом подойдет к очень большому количеству цветовых комбинаций, да? Совершенно верно. Да, действительно, он где-то дополнит, где-то разбавит, и он идеально сочетается, потому что он такой вот приглушенный мягкий цвет. Да, ну и такой клатч даже для брутального мужчины, если он пойдет на какую-то деловую встречу, будет смотреться очень стильно. Ну, если он только несет сумочку своей девушке, то да, в таком случае согласна. Ну и я бы хотела, наверное, поподробнее остановиться на каждом. Да, давай. На каждой сумочке рассказать. Но начать бы я хотела вот с этого потрясающего кошелька. Посмотреть, как он прост в исполнении, лаконичный, но при этом он очень стильный. Я вообще хочу подметить, что вот этот резной рисунок, который сопровождает половину нашей коллекции, он очень стильно смотрится и очень модный сейчас. Посмотри, как на самом деле ничего сложного в кошельке нет и не должно быть, по большому счету. Все очень просто. Смотри, есть отсеки для монет. Мы видим с тобой. Есть отсеки для бумажной купюры, для кредиток, для документов. Все очень просто, удобно. Но что мне нравится, если ты почувствуешь, потрогаешь, тактильно ощутишь, то ты сразу заметишь качество, да, качество материала, которым выполнен этот кошелек. И вот такой простой, лаконичный, который влезет, войдет в любую дамскую сумочку и даже в клатч. И, собственно, как сам клатч, вы тоже его можете с собой носить. Мне кажется, ну, любая модница захочет иметь себе такой. И плюс, смотрите, для удобства сам замочек отделан таким декоративным элементом, что тоже очень удобно при открытии, да, у вас не будет заедать. Посмотрите, как легко открывается замок. Это свидетельствует о качестве. Вот я мужчина оценил сразу же емкость кошелька, то есть туда можно положить реально достаточно большое количество денег, тех денег, которые вы заработаете за это лето, особенно если будете рекрутировать в формате «Лето Лайф». Все. Да, да. Хорошо подметил, да, еще пока ты говорил, смотрите, мне вспомнила, что еще сюда прекрасно войдет телефон, например. Угу. Ну, то есть это к тому, что вы можете как полноценный клатч брать и разбавлять свой образ. Даже iPhone X войдет, если что. Даже. Дальше я бы хотела тебе рассказать о следующей сумке. Это как раз вот этот клатч. Смотри, какой он небольшого размера. Девушки, которые станут обладательницами этого клатча, могут его носить именно как аксессуар клатч. Но здесь есть очень приятный момент. Я его продемонстрирую. Здесь есть вот такая ручка. Потрясающе. Так, и клатч превращается. Клатч превращается в сумочку. Вы можете ее носить в стиле casual через плечо. Вы можете носить более элегантно способом на одно плечо поставить ее, повесить, так скажем. И смотрите, что очень интересно в этой сумке, в этом ее исполнении, здесь есть такой декоративный аксессуар, который вы можете зафиксировать так, как у нас есть. Вы можете повязать по диагонали вдоль ручки, сделать ее более такой интересной, стильной. Либо вы можете вообще снять этот аксессуар, зафиксировать его на волосах в качестве резинки. То есть он снимается, да? Он снимается, да. Реально круто это же будет смотреться, если волосы убраны этим аксессуаром, плюс такая же сумка, то есть это так все будет дополнять и гармонично смотреться. Супер. Ты понимаешь в стиле, и очень приятно с тобой общаться на есть эту такое, тему. Да, да. Что уж тут отрицать. Витя, теперь давай перейдем к коллекции, которая называется «Сделай свое лето». Давай. И я хочу рассказать тебе про эту сумку «Трансформер». Это сумка 2 в 1. Мне кажется, вообще такой универсальный вариант. Посмотри, во-первых, она очень легко фиксируется. Я расскажу, для чего это сделано, почему легко.
смотри, вот такой аксессуар, который легким образом мы перекидываем. Все, сумка открыта. Казалось бы, да, как-то открыто, но у нас здесь есть второй вариант, который съемный. Мы можем его вытащить. Ага. Да, и таким образом, если без внутренней части, когда мы ее вытаскиваем, эта сумка превращается в пляжную сумку. Вы можете класть туда свои мокрые вещи, купальники, все. Вот поедете в путешествие, это отличный вариант. Летом вообще незаменимая тема. Да, почему? Потому что здесь нету тканевой подкладки, и таким образом сюда можно положить мокрые вещи. А когда вы вынимаете вот эту внутреннюю составляющую, которая, кстати, фиксируется по бокам, вы его можете использовать как клатч. Просто пополам сложите и все. Ну, либо же, так как есть, в таком исполнении вы можете носить эту чудную сумку. Она, знаете, имеет большой размер, но при этом она не громоздкая. Тоже лаконично, стильно, модно, через плечо. Очень удобный и модный формат в этом сезоне. Это такой фасон. Не только стильная, но еще и функциональная. Вот это то, что мне нравится. Согласна с тобой, беру. Действительно. Да. Тем более для нас, для женщин, согласитесь, что вместительная сумка – это для нас все. Да? Но даже в клатч у нас помещается много чего. Следующая сумка, я попрошу тебя ведь подать мне, пожалуйста, которую, спасибо, я расскажу. Во-первых, посмотрите, какой она формы. Этот прочный каркас, который даже если вы туда положите что-то тяжелое, она не изменит форму. Да? Ты видишь, что он зафиксирован. У него есть стильная бляшка, которую мы с вами легко открываем по нажатию пальца. И вот таким образом это все открывается, фиксируется. Сумка имеет еще также длинный ремешок. И что мне очень нравится, смотрите, здесь, ведь обратите внимание, то, что да, здесь нет дополнительных каких-то петель, здесь просто вот так стильно. Тоже функционально. Функционально выполнено, да. И вы также можете ее носить через плечо, тут как вам уже удобно. Она на самом деле очень элегантная. Она подойдет к вечернему образу, она подойдет к коктейльному образу. И плюс, если вы в офис, на работу, неважно куда, эта сумка и функциональная, и элегантная. При всем своем исполнении. Благодарю тебя за помощь и верни ее, пожалуйста, на место. Супер. Потрясающе. Еще одна потрясающая, вместительная, это такая сумка для путешествий. Вот эта сумка идеально подойдет и для мужчин в том числе. Ведь ты бы стала такую сумку носить? С костюмом будет стильно смотреться. Да, я с тобой соглашусь. Почему? Потому что такие формы для мужчин, сумки в таких формах, в таком исполнении для мужчин очень модные, очень актуальные. И цветовая гамма, опять же, не говорит о том, что это сумка для женщин. Да? Смотрите, что мне здесь очень нравится, приезжает это к вопросу о том, что ты любишь функциональность. Во-первых, здесь есть такой потрясающий ремешок, что ли, который позволяет зафиксировать его на чемодане сверху. Это очень удобно. Чтобы, не спадало ничего. Во-вторых, внутри этой сумки есть отсек для ноутбука. Как раз, чем не для мужчин, да? И плюс она вместительная. Есть специальный ремешок с подплечником для того, чтобы вам не передавливало, было удобно ее носить с собой. И на самом деле, неважно куда, в путешествие, на фитнес, или вы просто любите такие модные, стильные, объемные сумки, пожалуйста. Да, опять же, и на рыбалку с пацанами тоже эта сумка отлично будет смотреться. И идеальный вариант, да, если ты прям совсем такой парень на стиле, и даже на рыбалку ходишь с такими сумками, почему нет? Я могу отметить, что только уверенный в себе мужчина может позволить себе взять вот такую стильную сумку еще с таким стильным чемоданом, с костюмом. Это будет смотреться шикарно, прямо как для обложки журнала. Да, абсолютно с тобой согласна, действительно это так. И, кстати, такой все оттенки зеленого – это оттенки уверенных в себе людей, потому что это цвета… Фактически 50 оттенков зеленого. Так. Точно. Ну, это уже успел заметить и перейти к чемодану, к которому я тоже сейчас хочу перейти и рассказать. Вот, Вить, скажи мне, пожалуйста, ты, когда выбираешь себе чемодан, на что обращаешь внимание? Чтобы он был большой, функциональный, с хорошими колесиками и вот удобный, и чтобы его можно было взять на борт самолета.
Вот. Почему? Потому что в данном случае чемодан у нас это не только аксессуар, красивый аксессуар, но и все-таки здесь имеется функциональная составляющая. Ты очень правильно отметил те моменты, о которых я сейчас хочу рассказать. Ну, во-первых, это 4 колеса. Это очень важно, потому что когда ты чемодан нагружен, пусть даже если он и для ручной клади, тебе можно удобно вести его как угодно. Будет это на 4 колесах, будет это на 2 колесах. Плюс, смотрите, ручка достаточно длинная, и это удобно. Вы идете, она, чемодан не спотыкается о ваши ноги. Второй момент. Все колеса крутятся вокруг своей оси. То есть вам вообще не придется прикладывать усилий для того, чтобы вести свой чемодан. Еще момент. Есть ручка здесь сверху для удобства. Есть ручка сбоку для удобства. Выдвижная ручка. И такой немаловажный момент, ну, во-первых, чемодан соответствует параметрам для провоза ручной клади, и еще, опять все о том же, о цвете. Смотрите, вам больше не придется вязать ленточки на свой чемодан, клеить какие-то цветные наклейки, чтобы не спутать его с чужим, с другим чемоданом, да, когда вы его получаете или берете с собой. Потому что такой оттенок будет только у вас. Только вы будете обладателем этой яркой, модной, стильной коллекции, в том числе и этого чемодана. Я думаю, что здесь тоже. Единственное, что когда вы, вот Надя абсолютно права, и если единственное, вы поедете на нашу конференцию, так и повяжите какую-нибудь ленточку, потому что, скорее всего, 1-2 чемодана таких вы встретите. А так Надежда абсолютно правильно отметила, что такие чемоданы стильные, в тренде, в сезоне, вряд ли у кого-то вы найдете. И еще, кстати, функциональность. Видите, я все за функциональность, у меня такой мужской ум, он ищет всегда. Да, смотрите, можно, если вы путешествуете не один, а с ребенком, то вы можете на этот чемодан с 4 колесиками посадить ребенка, дать ему в руки сумку, и тогда вообще у вас руки будут свободны, вы можете чатиться по телефону и абсолютно чувствовать себя свободным человеком. Да, здесь я с тобой соглашусь, ты очень верно подметил. А почему? Потому что у него очень прочный каркас, и действительно, ну, малыша можно сюда зафиксировать. Да, я бы сам с удовольствием попробовал на таком чемодане покататься, но боюсь, что все-таки каркас не настолько прочный. Да, и все же я надеюсь, что их будет на конференции не 2, не 1 чемоданов, а гораздо да больше, потому что это точно. Надо пользоваться этой возможностью и брать это все себе в свои руки. Слушай, Надежда, спасибо огромное, нереально крутой рассказ, я еще больше захотел эту коллекцию, теперь если сначала я так наполовину шуткой говорил о том, что я тоже хочу себе такой чемодан, тоже хочу такую стильную сумку, то сейчас я, ну вот от этой сумки я, наверное, воздержусь, а вот от таких сумок, от такого чемодана я бы не отказался, поэтому спасибо огромное. И самое приятное, знаете, что во всем этом, что вот это все вы получаете просто дополнительным приятным бонусом. В то время, как вы рекрутируете летом в формате «Лето Лайф», поддерживаете активность, прокачиваете свой бизнес, зарабатываете больше, квалифицируетесь на конференции, растете, закрываете новые звания и бонусом еще получаете вот такие вот замечательные подарки или вот такие по супер цене, вот такие стильные аксессуары. Надежда, спасибо огромное. Спасибо, Виктор, тоже тебе. Мне было очень приятно с тобой сотрудничать, с тобой взаимодействовать, рассказывать, слушать то, про что ты рассказывал, потому что действительно желание изменить свою жизнь есть у всех, но не каждый это делает. Поэтому будьте теми, кто меняет свою жизнь здесь и сейчас. Принимай решение, ставь цель и встретимся на улицах твоего города, когда мы будем вместе рекрутировать в формате «Лето Лайф».